слушай. Значит, сегодня, сейчас мы наблюдаем с вражеской территории сепаратистов. Произошли, блин, несколько выстрелов, блин, с гранатомета, блин, и тяжелой артиллерии, блин. Наши, блин, подразделения, находящиеся на блокпосту, до последнего не открывали огонь, блин. Но после того, когда сепаратисты стреляли практически передовую, все, сейчас вы видите, работает их техника. Наши военнослужащие, блин, наносят, блин, упредительный, блин, ответ. Упредительный огонь для того, чтобы не дать возможность развернуться, блин, силам, которые на сегодняшний день укрепились. Вот здесь, в районе Семеновка. По данным разведки, блин, работает, блин, подразделение, блин, автоматических минометов, блин, работает, блин, АГСов, которые периодически меняют свою позицию, блин. Мы с вами находимся в том месте на передовой, где, по крайней мере, на сегодняшний день, блин, перемирие не соблюдается. Не соблюдается со стороны сепаратистов, блин. Наши военнослужащие, наше подразделение, блин, специально, которое здесь находится, блин, до последнего не открывает огонь. Сектор кожи, который ты туда вовремя. Сепаратисты не придерживаются перемирия, они каждый день на протяжении 3-4 дней продолжают нас обстреливать. Я слышал, у вас Минских... был ранен. Видите, вот сразу сейчас перестали, вы можете увидеть огонь со стороны сепаратистов, скажем так, с СМТ Селезнёвка. Это уже на протяжении 3 дней, как бы, с дня провозглашения перемирия, они каждый день продолжают нас обстреливать. То есть я так понимаю, что никакой договоренности о перемирии на сегодняшний день не существует? Нет, они постоянно нас провоцируют, но на провокации мы не поддаемся. То есть они по нам время от времени проводят огонь, но мы на их провокации я не слышал, отвечаем. Есть у вас... смотрите обстановку, которая в районе завода и селе Славянка. Сережа, утром это сегодня? Утром с 3 утра до 9 утра мы дежурство. Сегодня 23 числа 06.2014 года. Около 8 часов 15 минут прозвучал первый выстрел. Снаряд ушел где-то метров 300 от нас. После этого, я так понял, был корректировщик. И начали снаряды разряжаться на наши пушки, где сидели, грубо говоря, нас называют черти, которые наблюдали за происходящим. Выстрелов было около 5 орудий, где-то 80-миллиметровые снаряды. Залпа была нелегкая, ну 80-миллиметровая, это минометы, 80 где-то миллиметровые. Сначала один, потом подкорректировали и по нашей пушке начали, вернее, высотки начали стрелять. Было около 6-7 залпов из 5 орудий. Кроме тебя еще там пострадал? Нет, остальные, вернее, я лежал дальше всех, вернее, находился там. У меня попало, после этого все укрылись вокруг. Больше никого пострадавших не было. И обстрел длился сколько? Около, говорю, 5 залпов из 6 орудий. Около 10 минут максимум.